Во дворе дома 148 по проспекту Богдана Хмельницкого капитальный ремонт идет полным ходом. В настоящее время рабочие убирают старые деревья, расчищают территорию. Если есть возможность, ну, есть, вот, помочь нам саженцами. И я людям обещаю, даже если нет возможности, мы их купим за свои деньги, мы посадим. За вместо спиленного дерева мы посадим два дерева. Проконтролировать ход работ приехали депутаты городского совета Иван Конев и Юрий Дьячков. Они встретились с представителями Восточного округа, управляющей компанией, подрядчиками и жителями двора. Дом по проспекту Богдана Хмельницкого, 148, состоит из трех корпусов. Уже к осени напротив каждого из них появится детская площадка. Также во дворе оборудуют место для тренировок, сушку для вещей, зоны отдыха и не только. На нашем округе впервые создаем так называемое третье место общения. Здесь будет создана площадка, где в летний период времени на открытой сцене будет происходить культурная жизнь нашего округа. А это уже двор по улице Железнякова, 4А. Здесь также появятся детские площадки, расширят парковку. Уже сделаны тротуарные дорожки. Жители еще просят установить шлагбаум и обустроить заброшенную территорию за домом. Когда планировали, в принципе, благоустройство, конечно, постарались учесть. Но сейчас, когда мы видим, как строители приступили, есть несколько вопросов, которые бы хотелось бы улучшить. Вот. Но в целом, вот сейчас уже, когда стройка идет, мы понимаем, что двор будет выглядеть отлично. Задача стоит в том, чтобы именно оценивать, как, вкладываемся мы в сроки, которые планируем на этот год. Качество смотрим. Смотрим реакцию жителей, как делается то ли, что планировалось, и то, что они говорили, делается. Если в процессе, если какие-то замечания, мы в онлайне решаем. Напомним, в этом году в Белгороде будут капитально отремонтированы 62 двора, 24 из которых профинансируют в рамках партийного проекта «Единой России» комфортная городская среда. Елена Погорелова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.